Посмотри на мое золото, а? Какая красивая кукла. Могу я ее взять? Ни за что. Она моя. Это проблема. Дай мне куклу. Нет, она моя. Отпусти. Что? Что ты наделал? Ха, теперь она моя. Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть, Барби. Тебе нравится желе? Устраивайся поудобнее. Теперь мне нужен пластик. Я оберну его вокруг Барби. Теперь самое интересное. Я налью сюда пюре. Абрикосовое. Мое любимое. Затем я добавлю посыпку. Она такая яркая. Съедобные блестки. Мне нравится. Посмотри. Что ты делаешь? Я создаю искусство из еды. Смотри. Вау, ничего себе. Это похоже на вкусный вулкан. Тебе идет, Барби. Ты выглядишь потрясающе. Подожди, у меня появилась идея. Я воткну ноги в желе. У меня тоже есть пластик. Я прикреплю его сюда и добавлю пюре. Сейчас тут будет грязно. О, оно выходит снизу. Нет, это катастрофа. Мне нужно все исправить. Ха, ты все испортила. А, я так старалась. Перестань смеяться надо мной. Вот тебе. Это все, на что ты способна? Я знаю карате. Эй, посмотри. Оу, у меня есть идея. Давай покрутим это. Победитель получает сок. Ух, это я. Это мое. Все мое. Круто. Ого, притормози. Расслабься. Выглядит неплохо. А, мне понравилось. Оу, что-то не так. Мне нужно найти туалет. Зов природы. А? Откуда это взялось? Сегодня мой счастливый день. Давайте посмотрим, что здесь. О, как восхитительно. Что же у Джины? Может быть, я быстро посмотрю, что может случиться? Было бы неправильно этого не сделать. О, тут деньги. Но теперь они мои. Денег много не бывает. Как вкусно они пахнут. Фух, о, что это? Я просто считал свои деньги. Да, это совершенно нормально. У меня тут торт. Но он такой скучный. Ага, я знаю, что делать. Я украшу его туалетной бумагой. Получится великолепно. Я положу остальное сверху. Вау, это произведение искусства. Что? Ты это сделала? Очень необычно. Ты меня вдохновила. Мне понадобятся деньги. Затем я положу на стол пищевую пленку. А на нее положу деньги. Сверху я снова накрою их пленкой. Теперь мне понадобится деревянная шпажка. Я использую ее, чтобы свернуть купюры. Вот так. Я ставлю небольшую часть свободной. Мне нужно еще кое-что. Я проделала отверстие во втулке. Я положу это на деньги. Затем это можно отправить на торт. Но я еще не закончил. Я покрою это взбитыми сливками. Я не хочу, чтобы втулку было видно. Затем я покрою торт сбоку. Это будет выглядеть потрясающе. Замечательно. Это очень дорогой торт. Эй, посмотри, что я сделал. А? О, вау. Это еще не все. Больше денег. Вау, поверить не могу. У меня слюнки текут. Это немного странно. Эти кольца – семейные реликвии. Ого, они такие красивые. Не трогать. Тебе так повезло. А еще я богатый. Не забывай об этом. Жизнь хороша. Подождите, я могу улучшить свой торт. Ему нужно что-то особенное. И эти кольца справятся с задачей. Да, это отличная идея. Я кулинарный гений. Я уверен, что бабушка не будет против. Это то, чего бы она хотела. Я натру кольцо на терке. Это придаст торту особый шарм. И немного хруста. Мне нужны свежие фрукты. Мой шеф собрал их сегодня. Посмотри на эту сочную вишню. Я окуну ее в золотую стружку. Вот так. Ее можно отправлять на торт. Посмотри. Ты мне завидуешь. Можно ли есть золото? Подумаешь, я все сделаю просто. Я буду использовать конфеты. Нужно достать их из оберток и растопить. У меня есть вот такая классная форма. Я налью в нее шоколад. И подожду, пока он затвердеет. Чего-то не хватает. Эй, Джаред, можно мне взять золотую стружку? Я заплачу. Давай деньги. Иху, круто.
Я посыплю ею шоколад. Я хочу покрыть его полностью. Эффект будет невероятным. Этого достаточно. Теперь я могу украсить свой торт. Это добавит немного гламура. Ух ты, это лучше, чем я думала. Поверить не могу. Ты молодец. Это весело. Я просто хочу его съесть. Ах, вот это жизнь. Ничто не сравнится с изысканной кухней. Этот стейк выглядит очень аппетитно. Подождите, что это за шум? Оу, облом. Привет, как дела? Знаешь что, я тебе помогу. Что? Что ты делаешь? Оу, смотри, он просто отвалился. Не могу поверить, что ты это сделала. В эту игру могут играть двое. Нет, не смей. Попробуй остановить меня. Я хочу все. Очень вкусно. Я знаю, он такой воздушный. Какие отвратительные манеры поведения за столом. Только не в моем ресторане. Я должен это прекратить. Хватит. Где мы? Это ты? Добро пожаловать на кулинарный челлендж. Муа. Ладно, звучит неплохо. Да. Готовы к первому заданию? Я хочу, чтобы вы приготовили тост. Это просто. За меня готовят повара. Но насколько это сложно? Подождите, это обычный хлеб. Что мне с ним делать? А, это так несправедливо. Эй, мне нужна ваша помощь. О, точно. Этого должно хватить. Приятно иметь с вами дело. Вы хотите большего? Серьезно? Но у меня остались только драгоценные камни. Надеюсь, этого достаточно. Это не должно занять много времени. О, как много тостов. Не может быть. Это же башня. Я тоже могу это сделать. У меня мало денег. Паук. Вот, возьмите. Приготовьте мне тост. Это все? Серьезно? Ну ладно. Так вкусно. Ты не умеешь себя вести. Смотри, я не собираюсь намазывать маслом свой тост. Я хочу добавить немного гламура. Это будет самый дорогой тост в мире. О, ему определенно нужно немного золота. Этот тост стоит больше, чем я. О, у меня есть идея. Я нарежу хлеб на мелкие кусочки. Занятие карате приносит свои плоды. Достаточно. Теперь я буду их складывать. Осторожно, одна ошибка, и все испорчено. Это похоже на игру в Джангу. О, нет, почему? Это так несправедливо. Возможно, я все же смогу это исправить. Упс, прости. Ты только что ударила меня сковородкой. Неважно, я почти закончила. Нужно выложить хлеб на сковороду и увеличить температуру. Кусочки хлеба нужно постоянно перемешивать. Я не хочу их сжечь. И особый ингредиент – какао-порошок. Я немного посыплю им хлеб. Отлично. Как вкусно пахнет. Я думаю, что все готово. Теперь можно снять сковороду с плиты. Я высыплю хлеб в миску. Сковорода мне больше не нужна. Теперь мне понадобится стакан молока. Оно прохладное. Я вылью его в миску. Не слишком много. Я не хочу, чтобы хлеб размок. Как у тебя там дела? Посмотри. Это шедевр. Здесь есть все, что мне нравится. Да, это точно. Оу. Тик-так, дамы. Покажите мне тост. Я думаю, вы будете довольны. Очень интересно. Совершенно разные стили. Подождите-ка, это золото? Я никогда не видел ничего подобного. Мне нравится. Очень. Я знала. Я очень горжусь этим. Браво! Молодец, Джина. А теперь проверим. Мы не будем это есть? Нет, я буду. Обожаю свою работу. Вот так. Это вкусовая сенсация. Мне нравится. Ух, какое облегчение. Вкус такой шоколадный. А молоко? Вау. Пришло время для блюда номер два. Ням. Это восхитительно. Отличная работа. Вау, мои глаза. Я всегда хотел иметь ослепительную улыбку. Прекратите. Прошу внимания. Теперь я хочу, чтобы вы приготовили мне освежающий экзотический напиток. Нужно подумать. Поехали. Что мне делать? А? Это дерево всегда там было. Да какая разница? Это как раз то, что мне нужно. Свежий гранат. Это просто прекрасно. Мне нужно раскрыть его. Это сложно. Прошу тебя. Мне нужно позвонить. Алло? Да, мне нужно сделать заказ. Вау, вы уже здесь? Вы заказывали молоко? Как быстро. Свежее парное молоко. Муа.
Это просто белое золото. Это как раз то, что мне нужно. У меня на него большие планы. Вы ничего не забыли? Это не бесплатно. О, прошу вас. О, блестит. Звоните в любое время. Пока. До встречи. Это жульничество. Я очень злюсь. Вау, я сделала это. Фух, я устала. Нужно вынуть зерна и положить их в этот пакет. Осторожно, они мне все пригодятся. Это значительно облегчит работу. Осталось только запечатать пакет. Я не хочу испачкаться. И теперь я могу избавиться от стресса. О, это приятно. Сок так легко выжимается. У меня уже слюнки текут. Будет очень вкусно. Кажется, это все. Только посмотрите на этот цвет. Я очень довольна. Пора наливать сок в стакан. Все до последней капли. И, наконец, соломинка. Как дела? Я вылью сгущенное молоко на тарелку. Оно такое густое. Что дальше? Золото делает все лучше. Дайте-ка подумать. Это должно помочь. Мне нужно немного посыпки. Я всегда держу под рукой золотой слиток. Никогда не знаешь, когда он понадобится. Этого должно быть достаточно. Этот стакан такой простой. Нужно его преобразить. И я та, кто сможет это сделать. Я окуну его в сгущенное молоко. Нужно, чтобы ободок был им покрыт. Вот так. Затем я отправлю стакан в золотую стружку. Она останется на молоке. Отлично. Вау, какая прелесть. Иногда я сама себе удивляюсь. Но это еще не все. Я налью молоко в стакан до самого верха. Я добавлю еще кое-что. Немного специй. У меня есть особая золотая корица. Это большая редкость, но я пользуюсь только самым лучшим. Я знаю, ты мне завидуешь. Нет. Что ж, думаю, сейчас мы узнаем, кто приготовил лучший напиток. А, вы закончили? Коктейль выглядит просто, но я уверен, что он очень вкусный. Ты собираешься удивить меня, Элли? Посмотрите на этот коктейль. Он кремовый, золотистый и такой нежный. Отличная работа. Вы обе продолжаете меня удивлять. Я выпью за это. Ура! Хочу попробовать. Очень вкусно. А золото так освежает. О, на вкус словно тропический рай. Очень вкусно. Нужны еще пузырьки. Откуда это взялось? Настало время десерта. Что мне с этим делать? Я знаю. В атаку! Почему не получается? Я не могу позволить тебе сделать это. Посмотри на мое кольцо. Вау, на мне оно будет смотреться великолепно. Дай сюда. Нет, ты такая жадная. Это необычное кольцо. Круто, да? Мы можем использовать его, чтобы разрезать арбуз. Ты что, шпион? Это самая крутая вещь, которую я видела. Не может быть. Да, твоя идея намного лучше. Мне нужно достать мякоть. И у меня есть подходящий инструмент. Какой он сочный. Я достану мякоть из одной половинки и смогу наполнить ее арбузными шариками. В этом есть что-то такое расслабляющее. Мне очень нравится. Еще один шарик. Этого должно быть достаточно. Я бы съела все это прямо сейчас. Посмотри, Элли. А, что? О, очень круто. Ага, и крутись. Теперь вы под гипнозом. Теперь я под гипнозом. Вот это да, сработало. Вы приготовите мне десерт. Ага. Я жду. Можете на меня рассчитывать. В эту форму я добавлю зеленое желе. Я заполню каждую форму на треть. Затем я дам ему застыть. Теперь можно украсить его белым желе. С этими бутылочками работать стало еще легче. Я снова заполню форму на треть. И оставлю желе застывать. Наконец, мне понадобится красное желе. Десерт получится очень ярким и вкусным. Желе снова должно застыть. Теперь я извлеку его из формы. Арбузное желе. Я кулинарный гений. Это для вас. Вау, давайте. Да, госпожа, держите. Вау, так круто. Да, что я могу сказать? Это очень тяжелая работа. О-оу. Подождите, вы сделали это для нее? Так нечестно. Что случилось? Я как будто отключился. Я не знаю, о чем вы. Пора оценить наши десерты. Дайте-ка я посмотрю. Где-то я это уже видел. Но мне нравится. У тебя талант. В следующий раз ты будешь судьей. А что у нас здесь? Миска с арбузом. Просто, но эффектно. Я так горжусь вами обеими. Поаплодируйте себе. Я с тобой не разговариваю. Не огорчайся. Эй, Джина, это тебе. А, правда? Я надеялась, что ты предложишь мне попробовать. Очень вкусно. Я очень рада.
что в ухе застряло. О, ю-ху. Это нечто особенное. Я хочу, чтобы вы приготовили сэндвич. Я могу это сделать. Эй, это мое. Отпусти. Я серьезно. Я первая его увидела. Вау, ты сильная. Осторожно. Оу, а получилось неплохо. Да, кто бы мог подумать. Мне понадобится еще несколько вещей. Все необходимое я храню здесь, на всякий случай. О, это так мило. У тебя есть золотое яйцо? Да, видела бы ты эту курицу. Внутри есть кое-что особенное. Смотри, это икра. Моя любимая. Это похоже на конфеты. Вот только стоит она гораздо дороже. Мне не нужно много. Я намажу ее на хлеб. Выглядит так аппетитно. Что ты будешь делать? Это классика. Мне нужен только кетчуп. Вот так. Пора запачкать руки. К счастью, я их помыла. Прямо как мама готовила. Я не буду это есть. И заканчиваем. У меня хорошее предчувствие. Правда? О, икра. Впечатляет. И подача отличная. Подождите секунду. Что это? Вкусный кетчуп. Вы меня балуете. Мне нужно их попробовать. Давайте сюда. О, хорошо. Это мой счастливый день. Диете конец. А какой я должен съесть первым? Попробуйте мой. У меня есть идея получше. Я пробую оба. Отлично. Нужно добавить это в свое меню. Невероятно. Хорошо, что вам нравится. Хочешь попробовать икру? Зачерпни немного. Поверь, тебе понравится. Это прекрасно. О, невероятно. Неплохо, да? Вау, мне нравится. Я хочу еще. Это старое украшение? О, кажется, мы отвлеклись. А теперь возьмем торт и украсим его. О, звучит забавно. Этот торт уже выглядит довольно аппетитно. Но у меня тут только пачка печенья. Хорошо, у меня есть план. Я уберу этот кусок. Мне это не нужно. Не выбрасывай его. О, хочешь забрать? Держи, вот. У меня слюнки текут. Ух ты, это я тоже могу взять. И многое другое. Я возьму это. Я возьму все. И это тоже. Как насчет шоколадной пасты? Вау, она там крепко держалась. Баночка маленькая, но ты можешь ее забрать. Ух ты, спасибо большое. Это так мило. О, я ждала этого. Эй, сюда. Моя посылка у вас? Что бы я без вас делала? Пока. Я так ждала эту посылку. Эту вещь трудно достать. Вау. Это прекрасно. Это то, что я думаю. Вау, как тебе удалось? Я знаю нужных людей. Золотая шоколадка. Но подожди, это еще не все. Как здорово. Мой торт станет таким гламурным. По одежке встречают. Это прекрасно. Я знаю, немного чересчур, но кого это волнует? Я придумала. Мне нужны сливки. Я покрою ими печенье. Сливок много не бывает. Отлично. Хорошо, что теперь? А, шоколадная паста. Она может занять почетное место. И все готово. Я бы это точно съела. Мы готовы. Вау, сколько золота. Такой реакции я и ждала. Я хотела, чтобы этот торт отражал мою индивидуальность. Не думаю, что это комплимент. А Джина, вау, я потрясен. В хорошем смысле? Конечно. У тебя талант. Я восхищен обеими. Браво, честное слово, браво. Думаю, мы закончили. Пока. Как он это делает? О, торт. Давай съедим его вместе. Мы что, стали лучшими подругами? Я думаю, да. Я пообещал, что не буду плакать. О, нам обязательно нужно погулять. Ах, Париж, что может быть лучше? Эй, хочешь чипсов? У меня есть идея получше. Обожаю Эйфелеву башню. Она такая красивая и вкусная. Не думаю, что так можно делать. О, где это мы?
Это не Париж. Ну и что? Это же кулинарный челлендж. Круто! Мне не терпится начать. Чур, я первая. Окей, хорошо. О, блестящий новенький телефон. Мой как раз сломался. Пахнет хорошо и на вкус тоже классный. Отрежу маленький кусочек. Осторожно. Так хочется попробовать. Какое наслаждение. Ух, что же у меня? Круто! У меня тоже торт в виде смартфона. Не буду даже резать. Хочу все сразу. О, боже мой! По-моему, это не торт. Ты в порядке? Эй, ты меня слышишь? Это не смешно. Прямо волосы дыбом. Поняла шутку? Видела бы ты себя. Ну и причесочка. Время для селфи. Улыбку. Мы смотримся отпадно. Мне нравится. Ну, кто первый? Сразимся? Да, я победила. Какая классная игра. Сандалия? Что ж, надеюсь, она вкусная. Хотя по виду и запаху не скажешь. Трудно жуется. Кажется, передержали в духовке. Прямо как резина. О, это и есть резина. У меня есть идея покруче. Вот так. Чувствую себя Золушкой. Где же прекрасный принц? Смотри, бесплатная обувь. Да, ты выглядишь так модно. Моя очередь. О, а вот и вторая. А пахнет тортом. Ну тогда попробуем. Эй, постой. Что? Погляди-ка, вон там. Я серьезно. Быстренько заменим. Я ничего не вижу. Почти готово. Там ничего нет. Мне показалось, что там был красивый парень. Забыла свои контактные линзы. Ну ладно, займемся тортом. Пахнет не очень-то. Ну и что? Зато смотрится хорошо. Просто ужас. Получилось. Идеальное преступление. Да чего же здорово. Постой-ка. Значит, ты... О, как ты могла? Может, пополам? А ну, отдай торт, ворюга. Ну, хоть кусочек. Даже не думай, это мое. Окей, я решу, чья очередь. Вау, снова я. Газировка. Обожаю ее. Класс. Попробуем что-то новенькое. Есть идея. Возьму эту чашку. Наливаем газировку. Теперь нужно немного клея. Вот так. Смешаем хорошенько. Понятия не имею, что ты там делаешь. Пожалуй, достаточно. Зацени. Прикольно, да? Та-ла-ла-ла-ла. Такая эластичная. Отпад. Да, реально круто и весело. О-о-о. Здесь тоже лимонад, но... Это даже лучше! Торт в виде банки. Может, пора вернуть должок? Эй, я тут слегка занята. У меня есть мятные конфеты и кола. Смотри. Ты с ума сошла? Поехали! Не могу смотреть! Ты же взорвешься! Что я скажу твоим родителям? Нет! Какая вкусная баночка. Откуда привкус клея? О, как тебе не стыдно? Смотри, разламываю. Это торт. Вау. Бон аппетит. Окей, ты первая. Спасибо. Ух ты, туалетная бумага. Очень мило. Они мне на что-то намекают? А мне откуда знать? Может, стоит попробовать? В конце концов, что тут страшного? Какая она сухая! Бррр. Кажется, это не торт. Да, не везет. А что у меня? Какая красота! Лучшая туалетная бумага на свете! Отрежу половинку. К чему жадничать? Легко режется. Пожалуй, нужна салфетка. Тут будет много крошек.
смотрится волшебно. Обалдеть! Никогда не ела такой вкусноты. Это так нечестно. Минуточку. Я кое-что придумала. Устроим розыгрыш с этим шоколадным соусом. Сперва нанесу немного на ладонь. А теперь на туалетную бумагу. Вот так. Готово. Теперь смажем хорошенько. Отлично. Привет. Можно и мне немножко? Ладно, спасибо. Я возьму половинку. Думаю, вот эту. Что? Ты права, просто чудо. О, как противно. О нет, что? Это то, что я думаю? Ты реально купилась. С меня хватит, забирай. Вместе? Здорово! Попробуй своей. Твое здоровье. Что-то здесь не так. Где же кофе? Постой, это же торт. Кофейный тортик. Повезло. А что у меня? Горячо. Да чего же горячо? Мне нужно что-то холодненькое. Молоко. То, что надо. Она все никак не напьется. Может, мне стоит ей помочь? Помощь подруге – это святое. Наполню кружку соком. Накрою сверху вот так. И переверну. Теперь осторожно убираем открытку. Добавим сюда крема. О, мне намного лучше. Это что, горячий шоколад? Для меня? Ты просто душечка. Конечно, это тебе. Ты же моя лучшая подруга. Сработало идеально. Ты пролила немножко. Вот здесь и там. Ну ты и вредина. Ну и видок у тебя. Веселые тебе уборки. Я больше с тобой не разговариваю. Постой, ну можно я первая? Пожалуйста. Окей, давай. О, вау, пахнет очень большими деньгами. И вкус подходящий. Просто во рту тает. А? Тут что-то твердое. Неужели монеты из шоколада? Моя очередь. Выглядит совсем как настоящий. Ау, мои зубы. Точно придется к врачу идти. Не может быть. Есть крутая задумка. Давай меняться. Здорово, вот, держи. Обожаю торты. Так гораздо лучше. Так блестит. Я богата. Эй! Меняю на тарелку пирожных. О, спасибо. Как раз то, что я хотела. А? Откуда у нее это? Что же съесть для начала? А почему бы не два сразу? Кажется, я сделала плохой выбор. Это... прекрасно! Два бургера за доллар? Я хочу это! Сейчас будет! Вот, пожалуйста, два вкусных бургера! Приятного аппетита! Ух ты! Вы только посмотрите! Это все мне! Сейчас попробуем! Я в бургерном раю! Подождите, что происходит? Что за... Не ожидал, да? Сюрприз! Это все время был я! Что происходит? Это ты, то есть я. Дураки. Не могу поверить, что вы на это купились. Но это еще не конец. Как не конец? Где это мы? Что на мне надето? Я богат! Ура! Это так несправедливо. Смирись. Посмотрим, что там. Погоди, не спеши. Можно я первый? Ладно, у меня хорошее настроение. Спасибо, дружище. Что?
Это что, шутка? Это в прямом смысле кусок картона. И что мне с ним делать? Вот умора. Теперь моя очередь. Так, этого я не ожидал. Позвоним. Да, я хочу сделать заказ. Ого, вот это сервис. Обалдеть. Вы когда-нибудь видели такой бургер? Булочка покрыта бриллиантами. Даже как-то жалко его есть. Но я все равно попробую. Да ладно, это вообще нечестно. Разойдись, если не хотите испачкаться. Полезай ко мне в рот. Ммм, как вкусно. Мои комплименты шеф-повару. Я хочу еще. Может, сработает? Мне просто нужно использовать свое воображение. Ты должен это попробовать. Что ты делаешь? Погоди, скоро все узнаешь. Я пока тут ем свой дорогущий бургер. Хорошо, думаю, все готово. Мой собственный мобильный телефон. Надеюсь, я поймаю сигнал. Мне понадобится это. Вуаля! Алло, я хочу заказать бургер. Вот это да! Как быстро! А что это такое? Где золото и бриллианты? Это уже совсем не смешно. Как я должен это есть? Ты это видел? Ха, все интереснее и интереснее. Да ну, смотри. Обойдусь и без шикарной еды. Сейчас попробуем. Плохо жуется. Не мешало бы добавить немного приправы. Обалдеть, ты и правда его ешь. Какая гадость. О, не верится, что я это делаю. Вот неудачник. Как сытно. Его еще так много. Может, если представить, что я ем бургер, то я почувствую его вкус? Я больше не могу это смотреть. Эй, вот, держи. Что? Это мне? Не, думаю, я пас. Серьезно? Угощайся. Я настаиваю. Но если ты настаиваешь, спасибо. Не за что. Мне все равно его весь не съесть. Ммм, как вкусно. На этот раз я хочу открыть первым. Давай. А? Колокольчик? И как я должен это есть? Наверное, надо в него позвонить. Вау! Вы только посмотрите! Спасибо! Это потрясающе! Как много шоколада! Я так счастлив! Ух ты! Я так завидую! С чего бы начать? Думаю, начну сверху и буду двигаться вниз. Обожаю эти яйца! Они такие вкусные! Ну что ж, давайте покончим с этим. Уверен, меня ждет разочарование. Секунду. А? Это что-то новенькое. Ты же не будешь это есть? Эй, вернись! Осторожно! Я отличный ловец! Ха-ха! Ага, у меня есть дела поважнее. Надо приготовить это яйцо. Ух ты! Выглядит вкусно! Понятия не имею, как я это сделал. Что ж, это был последний кусочек шоколада. И я ни о чем не жалею. Мне еще нужно открыть пластиковые яйца. Интересно, что там внутри? Вау! Золотая цепь! Потрясающе! Украшений никогда не бывает много. Я буду сверкать. Скорее бы попробовать. Хочу, чтобы все было идеально. Все дело в атмосфере. Кажется, я готов. Мне нужно еще одно кольцо. Я собрал все. Пора их протестировать. Эй, мое яйцо! Вау, и правда сработало! Нет, остановись! На помощь! Мне это не нравится. Где я? Это как альтернативная вселенная. И в ней много яиц. Это так странно. Стой! Кто идет? Говори, ничтожный человек. Привет. Молчать! Ну ладно, я не уверен, что сейчас происходит. Мне так страшно. Я не хочу туда возвращаться. Это все твоя вина. Ау, мне пора. До встречи. Но... Похоже, я остался один. Ты готов? Всегда готов. Вау, смотрите. Какой стильный фрукт. Ты должен это увидеть. Ух ты, невероятно. Мой банан выглядит несколько иначе. Я бы ни за что не стала это есть. Выглядит и правда отвратительно. Запах аж здесь чувствуется. Фу. Попробуем. Это так. Оу, мне не нравится этот звук. Как больно. Это огромный алмаз. Попробуем еще раз. Ау, опять. Что, по-твоему, должно было произойти? Кто это придумал?
Это просто нелепо. Что же мне делать? О, придумал. Положу банан в горшок. Мне нужна вода. Остальное предоставим матушке природе. Оу, берегись! Что за... Довольно впечатляюще, да? Мне всегда нравилось садоводство. Подождите, это не банан. Как это произошло? Может ударить еще разок? Странно. Оставлю это на потом. Наконец-то! Совсем другое дело. Я бы тоже поел. О, не грусти. Сейчас. Вот, держи. Ты серьезно? Спасибо. Там еще много всего. Свежее не бывает. Кто первый? Дай подумать. Ты. Отлично. Божечки, поверить не могу. Это золотой пончик. Обалдеть. Что может быть лучше? Тебе так повезло. Посмотрим, что досталось мне. О, отлично. Куча мусора. Всегда мечтал. Это отвратительно. Нет, это уморительно. Серьезно, весь день бы любовался. Я хочу познакомиться с шеф-поваром, который это приготовил. Настоящий творец. Это шедевр. Он такой легкий. А золотистые хлопья просто восторг. Что мне с этим делать? Это же мусор. Подождите. Думаю, это съедобно. Правда, не очень аппетитно. Хотя я мог бы что-нибудь придумать. Тут понадобятся все мои кулинарные способности. Подождите, это шоколад? Он самый. Теперь возьмем эту банку и вырежем круг из хлеба. Все по плану. И это твой план? Я еще не закончил. Проделаем в нем отверстие пальцем. Это пончик. Очень простой пончик. Но все равно очень вкусный. Тебе бы понравилось. А? Ты что-то сказал? А! Мои глаза! Спрячь свои зубы! Оу! Виноват. В следующий раз предупреждай заранее. Вкуснятина! Эй, а это может быть полезным. Я смогу видеть в темноте. У меня разыгрался аппетит. А? Что это? Похоже, пир окончен. Наверное, так. Это было весело. Отбей, приятель. Было интересно. Ага, определенно. Воу! Эй, я снова стал собой. Есть только один Мэтью. Привет, ребята. Ну, приветик. Давайте приготовим что-то особенное. Мысли мои читаешь. Грязь. Это будет очень вкусно. Прямо как мама готовила. Скорее бы попробовать. Но кое-чего не хватает. Но чего? Дайте подумать. Нужно сходить в магазин. Такой большой выбор. Вот. То, что нужно. Сливки. Руки прочь, блондиночка. Я первая это увидела. Что происходит? Где мы находимся? Это так интересно. О, интересно, что это такое? Давай, открывай. Красная кнопка? Я надеялась на что-то более вау. Давай нажмем на нее. Стоп! Что? А где твой дух приключений? Мы не знаем, что она делает. Давай! Нет! Остановись! Это было очень плохо. Вау, какое богатое воображение. Не волнуйся, я уверена, что все будет хорошо. Вот так. Торт! Ю-ху! Видишь, все хорошо. Выглядит аппетитно. Я люблю сладкое. Подожди, не так быстро. Кнопка? А, да, конечно. Мне нужно на нее нажать? Давай. Пожелай мне удачи. Я думала, что что-то произойдет. О, это похоже на игру. Где она остановится? Конфеты, мои любимые. Это великолепно. Смотри. Вау, класс. Я положу их на свой торт. Он будет таким красочным. Скорее бы попробовать. Выглядит потрясающе. Вау, это лучше, чем я думала.
Он такой воздушный. Отличный выбор. Ладно, моя очередь. Пожалуйста, пусть мне попадется что-то хорошее. Я так нервничаю. Серьезно, соленые огурцы? Это несправедливо. Я попробую. Я положу его сюда. А, ладно. Хрустит. А, ну и гадость. В следующий раз тебе точно повезет. Давай крутить колесо. Надеюсь, это будет что-то хорошее. Ха, ты это заслужила. А, почему? Где она? О, авиапочта. Ну и дела. Торт и горчица. Фу. Ладно, нужно с этим покончить. Вау, как остро. Мне так страшно. Я смогу. Ладно, неплохо. Оу, это кошмар. Что же, таковы правила. Сделаем это. Ну же. О, да, отлично. Иху, то, что я хотела. Их так много. Вкуснятина. Это будет здорово. У меня уже слюнки текут. Ням. Я хочу все. Они мягкие. Я чувствую, как они лопаются. Эй, я тебя вижу. Фу, как ты можешь это есть? Надеюсь, у меня ничего подобного не будет. О, нет. Это ужасно. Я одна это вижу. У меня для тебя подарок. Ну и ну, спасибо. Это кровь? Что мне с этим делать? Я... Что-то мне нехорошо. Да, в первый раз со мной такое тоже было. Ты будешь это есть? Что? Я могу дотянуться. Она же просто испортится. Ладно, что дальше? Что? Нет. Что угодно, только не это. Нет, я умоляю вас. Чеснок. Это что, шутка такая? Он чувствует мой страх. А, как человек может это есть? Может, нужно только быстро лизнуть? Йок. Подождите, мне нравится. Можно я буду первой? Вперед! А? Пустой стакан? Что происходит? А что у тебя? А, сейчас узнаем. О, посмотри! Что? Не может быть! Так нечестно. Но я не виновата. Мне нужно еще кое-что. Я всегда ношу блендер с собой. Никогда не знаешь, когда он тебе понадобится. Мороженое. Клубника такая сочная. Привет, подружка. Не делай так. Вперед. Молоко. Отличный выбор. Уходи. Мне нужно сосредоточиться. Включаю. Все, я ухожу. Сейчас. Ага. Вкусное свежее угощение. Оу! Я очень надеюсь, что никто этого не видел. Нужно идти на урок. Мне понадобится эта книга. Серьезно? Ничего? Что я делаю не так? Вау! Я люблю это шоу. Не может быть! Настало мое время. А? Апчхи! Пора улетать. Подождите, это летучая мышь? Убирайся отсюда. Ладно, все пошло не по плану. Эй, как дела? Ты такая грустная. Нелегко быть вампиром. Я так хочу пить. Это проблема. Может быть, я могу тебе помочь? Подожди, я знаю, что делать. Я приготовлю вкусный коктейль. Я добавлю немного зубов. Коктейль должен получиться вкусным и освежающим. Теперь газировка. Посмотрите на эти пузырьки. Мне понадобится красный пищевой краситель. Я наполню эту маленькую миску. Какой насыщенный цвет. Это прекрасно. Теперь я наполню этот шприц. Вампир будет в восторге. Думаю, достаточно. Я положу это в стакан. Вот так. Вау, посмотрите. Кажется, готово. Ой, чуть не забыла про соломинку. Та-да! Я приготовила это для тебя. Что? Правда? Это так мило. Ты лучшая. Ладно, мне пора. У меня голова кружится. Почти готово. Вот так. Я налью напиток в стакан.
Выглядит так аппетитно. Я знаю, что будет вкусно. Но я не закончила. Сверху я добавлю сливки. Коктейль становится все лучше и лучше. Теперь мне нужна посыпка. Выглядит очень красиво. И вишенка на торте. Вау, это похоже на произведение искусства. Посмотрите на этого единорога. Я его обожаю. О, очень стильно. Зацени мой напиток. Вау, потрясающе. Как ты его приготовила? Неважно. Это семейный секрет. Давай пробовать. Вау, это лучшее, что я пробовала. Очень вкусно. Так, я смогу. Не нужно бояться. Сейчас я просто пожарю сосиски. Нет! Так лучше, нужно помнить о безопасности. Я смогу, точно смогу. Но почему это так сложно? Дорогая, что это ты делаешь? Давай я тебе покажу, как нужно. Чтобы так уметь, нужно много тренироваться. И, конечно, специальное оборудование не помешает. Ты с ума сошла? Не волнуйся, деточка, я знаю, что делаю. Так, где сосиски? Сейчас я тебя удивлю. Ого, ты прямо кулинарный ниндзя. Но это еще не все. Ого, потрясающе. Бабуля еще и не такое умеет. Вкусно и полезно. Спасибо, бабуля. Не спеши. Это для меня. Поверить не могу, что она так поступила. Пришло время устроить кулинарный челлендж. Что? Ты шутишь? Идем, идем. Поднимай коробку, дорогая. А это мне. Но... А, ты не зевай. Теперь за работу. А мне что делать? Мне кое-что понадобится. К счастью, я обо всем позаботилась. А, мне точно пригодится сахар. Что еще тут есть? О, однозначно корица. И самое главное, то, на чем можно приготовить блинчики. Без этого я из дому не выхожу. Что? Ты действительно носишь это с собой? Подожди. Я вылью тесто вот в эту бутылочку. Добавлю сахар. Ложку корицы. А теперь просто закрою крышку. И хорошенько потрясу. Так, мне нужно позвонить. Оу, это Лекси. Привет. Мне нужна твоя помощь. Хочу выиграть у бабушки. Звучит серьезно. Хорошо. Ты лучшая. Теперь нужно просто подождать. О? Хочу кое-что попробовать. Тестом с корицей я нарисую спираль. А пробелы заполню обычным тестом. Теперь нужно просто подождать, пока блинчик будет готов. Кажется, пора его перевернуть. Вот так. Добавлю немного фруктов. У меня тут как раз есть вкусная клубника. Выглядит аппетитно. Так хочется скорее попробовать. Почему так долго? Кто-то заказывал блинчики? О, спасибо, ты меня очень выручила. Пожалуйста. А теперь уходи. Удачи. Какие-то они скучные. Нужно проверить бабушкину сумку. У нее там полно всякого добра. А? И все? Ладно, лучше, чем ничего. Нужно разрезать блинчик. Вот так очень легко сделать спираль. Теперь ее можно сворачивать. Мне нравится. Похоже на прекрасную розу. Я сделаю то же самое с другими блинчиками. И теперь они выглядят весьма оригинально. Эмма, а можно я возьму ягоды? Бери. С их помощью я украшу блинчики. Еще добавлю немного сахарной пудры. Круто получилось. Хочу выложить фотографию. Интересно, кому поставят больше лайков? Главное, правильный ракурс. Посмотри, кажется, я выиграла. Ю-ху! Подождите. Что происходит? Вы что, шутите? Что тут сказать? Я популярна. Вперед, бабуля! Можно я открою? Пожалуйста. Ух ты, смотри. И что, меня это должно удивить? Лично меня удивило. Посторонись. Что у нас тут? Надеюсь, что-то хорошее. О, картофель. Как я и думала. Она тут давненько лежит. Мне определенно понадобится больше. О, да. Кажется, он не заканчивается. Там есть еще.
Так, кажется, это все. Я еще никогда не готовила картошку фри. Кусать трудно. Поверить не могу, что это моя внучка. Сырой картофель есть нельзя. Мне понадобится большое ведро с водой. Я положу туда картофель. Что ты делаешь? Смотри и учись. Овощи нужно промыть. Ёршиком? Ну и что? Знаешь, это даже завораживает. Потрём хорошенько. Почти готово. Вот так. И никакой кожуры. Теперь вытаскиваю картофель. Здорово, правда? Ёршик мне больше не нужен. А теперь смотри внимательно. Нужно разрезать картофель вот так. И обвалять его в муке. И остается только обжарить нашу картошечку. Нет, кастрюля моя. Убери от нее руки. А ну прекрати, иначе я все расскажу твоей маме. Так нечестно. Сейчас нужно действовать очень осторожно. Картофель должен стать золотистым. Отлично. Выглядит аппетитно. Я добавлю немного соуса. Просто полью им картофель. Легко и просто. А можно взять твой ёршик? Пожалуйста, пожалуйста. Нет, но у меня есть для тебя кое-что другое. Где же оно? Вот, держи, дорогая. И что мне с этим делать? Это игрушка? Надеюсь, я с этим разберусь. Я поставлю картофель вот так и воспользуюсь новым гаджетом. Эй, он справился. Теперь можно приготовить вкусный картофель по-деревенски. Мне все нравится. Что, снова хочешь проиграть? Что же, закончим с этим. А теперь можно и поесть. Выглядит аппетитно. Бабуля, это очень вкусно. Неплохо, очень неплохо. Ну, у кого больше лайков? Ты посмотри. Я снова выиграла. Это было так просто. Ну и что? Зато я вкусно пообедала. Хочу посмотреть, что тут на этот раз. О, что-то новенькое. Из яиц можно много чего приготовить. Но здесь есть кое-что еще. И я это забираю. Юная леди, а ну верни. Эй, прекрати. Нет. Надеюсь, ты усвоила урок. Но яйца-то все равно у меня. Дай сюда. Нет, это мое. О, так вот, значит, как? Ладно, я это запомню. А яйца я сама добуду. Что? Бабуля? Вот так. Он милый, правда? Он... Так это петух. Да, петух. И очень скоро он снесет для меня яйца. Нужно только немного подождать. Ты же понимаешь, что это так не работает? Не стесняйся. Иногда нужно идти против матушки природы. Ну же, не заставляй меня краснеть. Кто-то должен ей сказать. Ладно, нужно приступать к готовке. Для начала я разобью яйцо. Мне понадобится немного белка. Вот так. Я положу его на сковороду. И еще немного. Когда белок будет готов, сверху я выложу желток. Кажется, все готово. Получились мини-яичницы. Мило, правда? И все? Дай-ка посмотрю поближе. Это что, еда для мышей? Ты пошутила, правда? Они ведь крошечные. Но очень вкусные. У меня хотя бы что-то есть. О, он просто нервничает, когда вокруг много народу. Может, так будет быстрее? Давай, ешь. Если у меня не будет яиц, я проиграю. Ну что я делаю не так? Это петух, а не курица. Вот что. Может, добавим немного музыки для настроения? О, какой ты упрямый. Не получается. Бабуля, брось это дело. Я знаю, что заставит тебя передумать. Может, так ты меня поймешь? Снеси мне яйцо и получишь вот это. Деньги решают все. Спасибо. Он настоящее чудо. Я же говорила. Можно приступать. Как раз то, что мне нужно. Я разобью яйцо в бутылку. Осторожнее, чтобы туда не попала скорлупа. Затем я добавлю кусочек помидора, закручу крышку и хорошенько потрясу. Вот так. Теперь можно выливать смесь на горячую сковороду. Какой красивый цвет. А теперь самое интересное. Я разобью еще одно яйцо в середину сковороды и размешаю его, пока оно не поджарилось. Вот так. Теперь можно добавить нарезанный лук и болгарский перец. И складываю.
Получается аппетитный конвертик. Осталось только немного подождать. Выглядит необычно, но это очень вкусно. Ладно, хватай телефон. Посмотрим, кто выиграет. Уверена, это буду я. Я привыкла побеждать. Не может быть. Ничья. Мы обе выиграли. Это неправильно. Это несправедливо. Поберегись. Получай. Прекрати. Ну все, ты наказана. Можешь открыть. Обожаю эту часть. А я возьму вот это. Опять? Ладно, я успела взять хотя бы один манго. Я такая талантливая. Ой, куда оно укатилось? А вот это было смешно. Хватит, Лекси. И что мне с этим делать? Сложно. Минутку. Кажется, у меня есть идея. В смысле, я знаю, что делать. Нужно проткнуть манго палочкой. Получается конфета. Фрукт лучше очистить. Вот так. Но это слишком обычно. Нужно что-то придумать. Сейчас. Ух ты, получилось здорово. Но что теперь? Чего-то не хватает. Что это? Цветок. Ты же видела задание, да? Мы готовим мороженое. О, точно. Воспользуюсь замораживающим спреем. Так фрукт быстро замерзнет. Это было просто. Думаю, так тоже можно. Я разрежу манго и очищу его. Где моя заколка? Сейчас нужно нарезать мой манго. Кусочки получаются одинаковые. Но это еще не все. Хорошо, что я его не выбросила. Минутку. Что ты делаешь? Я положу манго в рожок. Хочу сделать из него розу. Ух ты, здорово! Да, я знаю. Мне больше нравится то, что сделала я. Пора делать фотографии. Надеюсь, что я выиграю. Посмотри, сколько лайков. Бабуля снова впереди. Так нечестно. Сделаю победное селфи. Мне так интересно. О, ты только посмотри на это. Нам нужно приготовить торт. Я забираю конфеты. А я возьму груши. Уверена, мне понравится. Хочу еще. Это так вкусно. Ну, а как же наше задание? Я ни о чем не жалею. С тебя довольна. Вечно ты все портишь. Постой. Что еще? Мне нужно кое-что прочесть. Тут все мои рецепты. Ты же знаешь, что я отлично пеку. Только нужно найти правильную страницу. Ах, вот ты где. Какой мелкий шрифт. Тебе нужно надеть очки. У меня есть кое-что получше. Лупа. Ага, кого я обманываю, все равно ничего не видно. Я знала. Может, это сработает? О, что-то вижу. Так, теперь мне все понятно. Нужно достать разделочную доску. За работу! Я нарежу грушу на кусочки. Вот так. Теперь мне нужен пакет с застежкой. В него я насыплю конфеты. Этого достаточно. А теперь конфеты нужно измельчить. Не стесняйтесь выпускать пар. После этого я выложу кусочки груш на противень. И посыплю их конфетной крошкой. Сыпать нужно щедро. Отлично! Признайся, ты завидуешь. Сейчас вернусь. Нужно поставить это в духовку. Добавим огня. И подождем, пока конфеты расплавятся. Но осторожно, не сожгите их. Они выглядят просто идеально. И еще кое-что. Как хорошо, что утром я приготовила тортик. Он мне пригодится. Какой красивый цвет. Груши станут потрясающим украшением. Я положу кусочек вот сюда.
Ух ты! Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Это самый красивый торт в мире. Его даже жалко есть. Что скажешь? Ого, очень круто! А ты что приготовила? Ничего. Что? Я могу быть дегустатором твоего торта. Дай мне. Нет, Лекси. Как вкусно. Как ты могла? А? Ты что-то сказала? Вот почему у меня никогда. Ничего не получается. Попробуй, давай. Какое платье? Эти бусы мне идут. Боже мой! Какая красивая сумочка. О, это ужасно. Хотя она просто так лежит. Знаете что? Я ее беру. О, боже, что она делает? Она ворует? Я ее поймаю. А, да. Иди сюда. Чуть ближе. Есть! Что такое? Это не сумка, это торт. Что это значит? О, все вокруг трясется. О, эй, похоже, нас занесло прямо в челлендж. О, так хочется посмотреть, что лежит под крышкой. Тебе тоже? А? Какой он милый. О, боже, видела его волосы? Как они развиваются на ветру? Минуточку. Ну, конечно, здесь должно быть что-то для меня. Да, я была права. Помада. Посмотрим, что за цвет. О, мне нравится. Хоть бы и у меня была помада. Эй, так и есть. Пора прихорошиться. Я просто нанесу помаду вот так. Уф, что она делает? Посмотрим, кто сможет его впечатлить. Эй. Привет, Крис. Не хочешь подойти сюда? Поболтаем. Ладно. О, боже. Да, он идет ко мне. Привет. Привет, Крис. Привет. Классно выглядишь. Ты только посмотри. Что? Но... Ты не против, если я попробую твой крем? Ого! Красиво и вкусно. Да, вот об этом я и говорил. Люблю вкусняшки. Что ж, раз ему нравится такой стиль, я тогда тоже. Эй, подожди, постой. Теперь моя очередь открывать. А? Что это? Давай посмотрим, что у тебя под крышкой. Ладно, хорошая идея. Ну вот. Ха, у меня вторая кроссовка. Ого! Ты думаешь, одна из них не настоящая? О, гадость! Эй, я узнаю этот запах. Это моя кроссовка. Я совсем забыла, что она потерялась. Фу, забирай. Отдай мне тогда другую. О, это пахнет гораздо лучше. Вот, да, моя обувь вернулась ко мне. А мне-то что, ведь у меня есть съедобная кроссовка. Самое время попробовать, какая она на вкус. Ого, объедение! Пальчики оближешь. А? Что ты там делаешь? Ничего, любуюсь кроссовками. Обожаю их. Все с тобой понятно, а я продолжу есть. Как они хорошо смотрятся на ногах. А, да, просто супер. Да, они ничего. Давай откроем вместе. Согласна? О, смотри, золотые слитки. Мы богаты. Один из них не настоящий, правильно? Можно попробовать облизать. Может, этот? Попробую рассмотреть его поближе. Не знаю, проще откусить и выяснить. О, нет, этот слиток был не для еды. О, это значит, что мой слиток съедобный. О, да, вкусный золотой слиток. Мои зубы! А что мне теперь делать? Сочувствую, подруга. Не повезло. Зато у меня торт вкусный. Не оторваться. Эй, минуточку, до меня дошло. Я богата. О, ты абсолютно права. Хорошо, что у меня с собой пульт от жизни. Просто нажму на паузу. Да, сработало. Это теперь мое. Упс. Куда бы спрятать? Под подушкой самое то.
теперь я богата. Пора вернуться к тортику. Да, и снимем с паузы. Эй, мой слиток, куда он делся? Хочешь попробовать мой? Он вкусный. Нет, не хочу. Как мне его есть без зубов? Ну, как хочешь. Худший день в моей жизни. Я хотела вставить новые зубы. Ну что, снова откроем вместе? Давай. Оу, туалетная бумага. Не так интересно, как золото. Зато одна из них торт. А знаешь что? У меня идея. Давай попробуем их вместе. Кусаем. О, мне опять попался торт. О, да, как же вкусно. Минуточку. Я съела бумагу? Да уж, не везет. А я в порядке. Уж лучше жевать торт, чем туалетную бумагу. А знаешь что? Буду есть руками. Это лучший способ есть торт. Засовываешь прямо в рот, и тарелка не нужна. Как скажешь, ешь торт, как дикарка. Ням-ням. О, у меня заболел живот. Дай мне твою бумагу. Кажется, она мне понадобится. Бумагу? А, ты имеешь в виду вот этот рулон? Да, его, пожалуйста. Ну, не знаю, может, если ты вернешь мне то, что украла у меня. Ладно. Вот он. Видишь? Блестит и сияет. Он настоящий. Вот, держи. А теперь дай мне бумагу. Я пошла. Да, наконец-то он ко мне вернулся. Ура! Новый раунд. Давай откроем вместе. 3, 2, 1. Давай. Эй, мы же хотели открыть вместе. Ты очень медленная. Ого, обожаю баскетбол. Эй, пасуй мне, я открыта. Сюда. Ладно, тогда лови. Да, поймала. Я уже так давно не играла. Лови. Тебе пас. А? Что это? Откуда здесь взялся мяч? Ладно. Нет, ты забросила мяч в другое видео. Теперь нам больше нечем играть. Ах, невезуха. Почти совсем не поиграли. Постой, мы же еще не знаем, что у меня. Да, я была права. Еще один мяч. Продолжаем игру. Слава богу. Кидай мне, я поймаю. О, а ты готова к броску? Ладно, вот, лови. О нет, это торт. Что случилось с нашим мячиком? Хотя я не против еще одного торта. Эй, оставь мне немного, совсем чуть-чуть. Ммм, вкуснотища, апельсиновый. Да, мой любимый. Теперь я открою первый. Нет-нет-нет-нет, моя очередь. У меня новый телефон, ты посмотри. Ну и ладно, мне такой все равно не нужен. Вы посмотрите на нее, сидит в телефоне. О, эй, откуда это у нее? Алло, алло, меня кто-нибудь слышит? Я пытаюсь поймать сигнал. Что? Это так не работает. Минуточку, это торт, можно кусать. Жесткий торт, ну же торт, я пытаюсь тебя съесть. Давай уже, стань вкусным. Эй, стоп, это не торт. Ты кусаешь настоящий телефон. Если тебе так нужно позвонить, попробуй этот стационарный. Да ладно, работающий телефон. Да, спасибо большое. Теперь я могу позвонить друзьям. Алло? Божечки, мы уже 100 лет не болтали. Пока она занята, посмотрю, что у меня. По идее, мне должен попасться тортик. Пора пробовать. Я была права, вкусный торт-телефон. Класс. О боже, да, мне так давно не доставался торт. Хотя я съела кусочек того баскетбольного торта. Отрежу еще уголок, очень вкусно. Думаю, теперь это мой самый любимый торт. Еще кусочек. Не могу остановиться, слишком вкусно. Мне даже запах нравится, свежий, прямо как технологии. Это был хороший сладкий перекус, я довольна. Да, еда в тюрьме просто ужас. А!
Какой вкусный челлендж! Как думаете, кто украсил торт лучше, Джины или Джаред? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить больше отличных роликов.